И эта штука нам пришла на смену, нет, не координатному столу, соответственно, а вот этому вот упорщику, который шел в комплекте с этой сверлилкой давным-давно, но он настолько убогий, что его, в принципе, никогда и не использовал. Однако, из-за того, что я его не использовал, у меня бывали проблемки. И эта проблемка, вот он, кружочек. То есть здесь у меня проворачивала заготовку. Не один раз, вот еще стали следы. То есть, когда начинаешь сверлить, сложишь заготовочку, если она ни во что не упирается, ее начинает прокручивать. Благодаря этому параллельному упору я могу, ну, выдвигать, соответственно, в любой угол, как бы его только еще настроить, конечно, надо привыкнуть. Вот. Как-то туговато ходит, но с этим мы обязательно разберемся. Вот эта фигня мне позволяет сверлить на определенную длину. На самом деле ее лучше использовать для фрезерного стола или он для той штуки. Но пока что у нас чистой воды эксперимент. И экспериментируем мы над сверлилкой. Поднял, не мешает. Опустил, можно ослабить чуть-чуть и передвинуть туда, куда тебе надо. От штатной лапки фиксации она ставилась на штангу сверлилки и прижимала заготовку. Я отказался давным-давно, сейчас я использую крыговский зажим. Ну, как-то так. Или как-то иначе. В общем, не суть. Осталось нам решить момент с пылесосом. Там, поскольку, ну, постоянно его доставать и держать вот так вот, своего рода... Ну, неприятно. А еще у меня огромное количество шланга спрятано внутрь верстака. И когда этот шланг достается из верстака, он теребонькается. Правда, его теребонькаю уже месяца 4, и он до сих пор не стерся. Но это дело времени. Итак, поясняю, что же я все-таки сделал. Сейчас я установил ответную часть на отрезанный шланг. И теперь этот отрезанный шланг можно воткнуть в тот самый замочек, который мы установили. Что было сделано с замочком? Итак, изначально эта штука выглядела вот таким вот образом. То есть она предусматривалась под полукруг для того, чтобы ее можно было присобачить вот к такому вот пылесосу. Здесь стоит, кстати говоря, похожее. И крепление здесь идиотское, на два болта снизу. Ну да не суть. То есть она должна ставиться на цилиндрическую емкость. А мне же надо было воткнуть ее на плоскость. Соответственно, я ее и подточил. Изоленту же я наматывал на место соединения не в целях уплотнить соединение трубки с замком, а для того, чтобы уплотнить саму трубку в том отверстии, которое здесь было просверлено изначально. Ну, чтобы она не гуляла. Кстати говоря, вот так вот она стоит под наклоном, тоже не случайно. Я сначала думал поставить ровно, но потом решил все-таки чуть-чуть повернуть для удобства нажимания кломки. Если будет здесь стоять параллельный упор, придется залазить неудобно. Отсюда будет залезть удобнее, у меня рука в принципе помещается. И получился небольшой косяк. Шланг коротковат.
То есть, если бы мне пришел шланг как положено, все было бы хорошо и просто замечательно. Ну, в любом случае, шланг я заказал уже 5 метров, и когда он придет, будем его нарезать той гармошечкой, которая нам нужна. По идее, мне хватит одного шланга метра два, чтобы использовать и на том, и на этом верстаке. Так, ладно, убираем эту штуку. А вот далее, неустойчиво убрали штуку. Ну, примерно так будет стоять параллельный упор. Я его пока просто накину, поскольку снимать. Вот о чем я говорил. Рука залазит. Ровно было бы не так удобно. По наклонам удобнее. Так вот, сейчас надо решить момент со шлангом отсюда к самой сверлилке. Поскольку мне нужна максимальная производительность от этого пылесоса. Кстати говоря, можно будет проверить анемометром, насколько мы потеряем в мощности всасывания. Он всегда зашкаливал, то есть 42 метра в секунду. У меня анемометр, это паспорт пылесоса, у меня анемометр до 40 метров в секунду. Поэтому и зашкаливал. Если перестанет зашкаливать, значит все хреново. Так вот, надо придумать шланг, чтобы он как-то был со сверлилкой. И при опускании он ничему не мешался и опускался вместе со сверлилкой. Сейчас будем думать. Ну что ж, на самом деле долго искать не пришлось. Есть вот такая вот фиговина, она создана специально для сверлилки. То есть подключаешь пылесос, здесь сверлишь, вся пыль собирается там. Заказал на том же Алике, кстати. Не думал, что подойдет, но в принципе можно будет провести кое-какие испытания. Итак, в принципе мы приблизительно выставили наш параллельный упор. Нашли какого-то подопытного, это тоже абсолютно не важно. Кстати говоря, надо сверлилку опустить пониже. Ну, примерно так нам должно хватить. И сейчас проведем своего рода испытание. Если кто помнит, как это выглядело раньше, одной рукой держу заготовку, опуская колесо, еще и пытаюсь держать вот эту штуку, чтобы она работала. Ну что ж, давайте проверим, как это будет выглядеть сейчас. Отключается пылесос, и она отвалилась. То есть приблизительно создается какая-то вакуумная хренотень, что она сама держится. Еще раз покажу на большую камеру, как это выглядит со стороны. Давайте параллельный упор чуть-чуть пододвинем. То есть заготовку мне сейчас держать абсолютно не надо, поскольку ее перестало выкручивать, что не может не радовать. Подкидываем сюда нашу штукенцию, включаем. Ну, сначала сверлилку включим, пылесос включим. Вот он вроде присандолился. Врубаем сверлильный станок. Чуть-чуть. А, я извиняюсь, тут я накосячил. Я такой стою, жду, думаю, когда отключится, тут уже щелчки делаю. А отключить-то я сам забыл. Хоп, и отвалилось. И при всем при этом, если этот шланг не нужен, спокойненько его сняли и выкинули. Потом, чистота, то есть вся эта фигня просто высосалась, ничего не осталось, и у нас появилась удобная ручка для двух пальцев, чтобы переносить вот эту вот деревяночку. Ну что же, со сверлилкой худо-бедно разобрались, приспособа рабочая. Вот эта штука нам здесь абсолютно не нужна. Вот ее, скорее всего, лучше будет использовать на каретку, вон на ту пилу. Там нужна длина заготовки, чтобы ее выставлять. На сверлилке я очень сильно не уверен, только при большом количестве одинаковых заготовок, когда отверстие нужно делать в одном определенном месте. Сам же параллельный упор может двигаться влево-вправо, вперед-назад. Его можно ставить под углом, ну, короче говоря, куча всяких идей, что можно делать с этой штукой. Так что да, наш первый эксперимент можно считать полностью удачным. И вот еще у меня аж остался обрезок от шланга, от этого пылесоса. Сейчас, а давайте его воткнем во второй верстак. Ну, точнее, это не второй верстак, это наш самый первый верстак. То есть спокойненько втыкиваем, и докуда нам его хватает, блин, все равно не хватает, чтобы обойти и пройтись, работая весь верстак. Ну и здесь, да, длина нужна побольше. Ну, тем не менее, эта штука должна работать. И работать. Всасывает отлично.
Ладно, давайте вернемся к нашим остаткам роскоши, которые у нас остались после производства этого верстака, а осталось здесь еще достаточно немало. А если быть конкретней, у нас остался блок питания на 12 вольт, который у меня не получилось использовать. У нас осталась лента. Лента светодиодная белого цвета, холодный цвет. Цвет. Холодный, просто холодный. Общее освещение. И что я хочу с этим сделать? Наверное, стоит пересветить победу и заняться тем углом, где у меня еще нет освещения. Лент нам хватает. Ну, да. Пришлось купить еще один маленький блочок, потому что ставить вот эту вот штуку на победу, которая почти как пол победы, нет смысла. Поставим туда маленький 40-ваттный блок. Больше нам и не надо. Блять, кто так закрутил хреново? Так, теперь самое главное это все дело не уронить. Потому что на месте у нас с ней ничего не выйдет. Ее только опускать. Тихо, моя победонька. Забыл поставить упоры под колеса. Ну что ж, все. Так нам будет с ней работать удобнее. Заодно можно будет протереть от пыли. Снаружи теперь будет белая полоса. Не прикольно. Вот так. Теперь красиво, теперь мне нравится. Говнопаяльник отключить. Самое главное, уже в этот раз ее опять не уронить. Итак, есть. Есть. Лицом упираемся. Поскольку конечности у нас маловато. Так, как бы вроде бы и есть. А сейчас надо протянуть проводочек вглубь, в недра. Что-то там посыпалось. И у нас освободился фонарик. То есть его сейчас можно будет приспособить. И я даже знаю, куда его можно будет приспособить. Так, ну что ж, получается как-то так. Ну, этого нам также мало. У нас ничего не светится в этом месте. И с этой проблемой надо что-то делать. Есть у меня два вот таких вот профилечка, которые покупались непосредственно на верстак. То есть последние остатки роскоши, да. И есть две ленты, оставшихся две ленты, которые также не были использованы на этом верстаке. А поскольку вот этот угол у меня является самым темным углом в этой мастерской, то есть в принципе тут нет еще доп. Подсветки, пора это дело катастрофически исправлять. То есть все необходимое и у нас имеется. Блок питания у нас имеется, светодиодная лента у нас имеется, профиль у нас имеется, но его чуть-чуть не хватит, поэтому пришлось, да, докупить еще одну ленточку, чтобы сделать, ну, все совсем уже красиво и не возвращаться в этот угол больше никогда.
Вот он, дальний угол у нас и завершен. Осталось сделать бонусную подсветку. Поверху мы прошлись. Полочка вот эта вот не подсвечена. Но тоже хочу сделать подсветку, именно для этого и брал. Лишний профилечек и лишнюю подсветочку. Тем более, что блок питания 150 Вт, это слишком жирно для двух-двухметровых подсветок. Три двухметровых как бы тоже жирновато, но уже хотя бы что-то. Ладно, идем резать. Честно сказать, никогда раньше не работал с подобного рода осветительными приборами, и мне понравилось. Смотрится это на самом деле круто, даже круче, чем вот эти вот старые светильники. И вот тут появилась идея, а не заменить ли все старые светильники на такую ленту. Смотрится аккуратнее, тоньше, светит лучше. На самом деле прикольно. Да, вот этот уголок я оставил на потом, поскольку на него есть своего рода планы. И последнее, что у нас осталось на сегодня. Те желтые хреновины, которые пришли мне с Алика. Пойдем посмотрим, что это зачем. Вот она эта штука, вот она ее комплектажка. После сборки она выглядит примерно вот таким вот образом. Болтается как сопля, конечно, но это до тех пор, пока мы не затянем барашки. Как только барашки будут затянуты, фиг она куда денется. В комплекте идет две вот таких вот штуковины. И, честно говоря, когда я смотрел объявление о продаже, я думал, они намного меньше. А берешь в руки, это прям полноценное изделие. Итак, сейчас мы соберем вторую штуку. Я примерно покажу, как это выглядит и как работает. У нас есть пластиковая фигня в комплекте и куча болтиков. Болтики все разного размера под разные задачи, соответственно. Тут есть стандартные короткие, которые сейчас установлены на вот этой штуке. Есть удлиненные. Шляпка коническая, чтобы становилась вот сюда вот. Есть также с плоской шляпкой, честно говоря, не знаю, для чего они применяются. Может, чтобы можно было в паз загнать. Ну, скорее всего, да. Именно вот для этих целей, для маленького паза. Да, тут есть специальная стрелочка, по которой можно определить, в какую сторону должна стоять эта фиговина. Прикрепил не с той стороны, по идее, вот так вот надо было. Ну, эту инсинуацию мы можем исправить, если, допустим, будем использовать эту штуку с этой стороны на вот этой пиле. То есть она подходит на любой паз, где он только может быть. Зараза, что-то не очень хорошо идет. Все, затянули. И теперь отсюда можно подавать. А что, собственно говоря, подавать? Подавать отсюда можно будет заготовочку. Заготовочку отсюда подается под пильный диск. И вот эта штука, да, она препятствует обратному удару. То есть, когда я пилил вот эти планки, мне несколько раз чуть не вылетели в лицо заготовочки. Потому что они слишком маленькие. Естественно, диск крутится в мою сторону, и они летят. Благодаря вот этим усикам, заготовка не должна вылетать тебе в морду лица. То же самое касается и фрезерного стола. При фрезеровании небольших заготовок, опять же, возникает тот самый риск попадания заготовки тебе в лицо. Ну, обратный удар оно называется. Не обязательно в лицо прилетит, может и в пузо прилететь, может и палец отбить. В общем, это неприятная штука. И благодаря вот этим вот фиговинкам, риск обратного удара мы сводим к минимуму. Кстати говоря, стоит комплект из двух штук 1000 рублей. Ну и цена-качество меня все устраивает. Прям хорошая инвестиция в инструмент. Ну и очень так удачно регулируется. Опять же, как я говорил ранее, а может и не говорил ранее, с помощью длинного болта можно положить одну штуку на другую и сделать высокую, допустим, для высоких заготовочек. Короче, штука прикольная. Мне нравится. Технические испытания оставим, наверное, как-нибудь на другой раз. Поскольку на сегодня категорически пора завязывать. До новых встреч!